Всем здарова, с вами Рокутя, мы продолжаем играть Delta Force Extreme. Один игрок поиграли. Перуанское золото. Проникните на кокаиновую ферму, обозначенную как точка Фокстор. Уничтожьте склады и оружие на месте. Ситуация. Королес выращил и обработал кокаин для продажи по всему миру. Для продолжения финансового его сил. О, нет. Финансирование его сил. Это самая большая его производная точка в Перу. Уничтожив его, вы нанесете тяжелый удар по его финансах и общей морали его войск. Погнали. Погнали. Оп. Так, нам дают М16 или М203 и рационный заряд. Погнали. Так, я не понял, чуть подлагиваешь. Наверное. Ой, я не любил никогда эту собой миссию. То главное не вдохнуть. Вдохнешь, проиграешь. Так что да. Так что тут очень такая жестокая миссия. Бля, все, я проиграл. Шо? Так, мы прибыли народ на ту точку, куда нам надо. Точнее, доехал. Так. Погнали. А сейчас сзади столько чуваков, я помню, бегать будут. Ну шо, мы с мужиками идем. Это не самая тяжелая вообще миссия. Самое тяжелое, это будет только доехать на автомобиле, и все. А все остальное вообще изично. Готов? Готов. Угу. Ой, извиняюсь, у меня что-то мушка перевернулась. Так, вот там, если не ошибаюсь, есть какой-то враг. Че, погнали к нему? Да, в принципе, все равно, сколько врагов мы убьем. Просто самая миссия короткая, вообще очень короткая. На наша вообще основная цель — пойти, взорвать нахер склад, дойти вертолета и все. Поэтому вот это хотя бы, знаете, отнимать просто время у нас. Ну и где? Где-то там. Вон наши пацаны, вообще гляньте. Мы с ними можем, конечно, потусоваться. Врагам-то все равно, куда ты идешь. Готов. Так, враг там, что ли? Не, блядь, сзади кто-то есть. А он идет. Раз. Там еще, ну, вон он наверху еще один. Так, вроде все. Пацаны хоть куда-то ушли. Блин, почему NPC не умеет целиться? Это немножко напрягает. Они тупо стреляют. Там вроде никого. Кстати, вот я никогда не видел, чтобы вот эти двое когда-то вообще умирали. Видел, как вот эти двое умирали, Фадин, наш водоны шопчар или никогда то вообще не, что-то не видел. Ой, прикол. Да я, что вы мне врете? Там был чувак внутри. Должен быть какой-то, по крайней мере. Вон. Да руку ты не видишь, стреляй в нее, ёпта. О, альфа бегает. Пацаны тут своим занимаются. Окей. Я не помню, в здании помню, что кто-то был. Уже никого нет в здании. Там один, че два чувака было всего лишь. Все, мы быстро как-то подошли к точке. Даже не напряглись. Там кто-то есть, мне кажется.
Есть. Так, я за патронами. Кого? Палатка какая-то. Так, мужики, давайте. Мужики уже куда-то умчались. Сейчас мы тут с пацанами полутаемся. Посмотрим, может, есть враг какой-то. Никого. Дальше. Тут-то. Вообще не помню, что кто-то вообще был. А, вон кто, подожди. Ай, труп. Я думал, просто чувак сдаться уже решил. Ну, ничего себе. А, во-во-во, видите? А тут всегда была какая-то здоровая куча, я не знаю почему. Вот я вижу еще один. Бля, это труп был. Меня опять добавили. Так, нам надо вот эти две точки расхреначить. Поэтому мы берем рационный заряд один. Подожди, а на какую? Или ты мне на сразу два? Просто давайте... Так, подожди, тут должен тоже быть враг. Раз. Бля. Да ладно, все равно недалеко. Так, пропел уже. Побежали. Тут недалеко. Кстати, иначе чем плюс, когда ты сдохнешь. У тебя все как будто ты патроны взял. Блять, как она называется правильно, эта херня? Вот это синяя коробка. Бля, я забыл. А есть аптечка, а вот это как-то. Ну не патроны, оно правильно называется. Да, это патроны дают, но что-то как-то по-другому оно вроде называется в этой игре. Бля, не помню. F12 нажать не хочу, так как мне я просто запись тупо выключу. Смысла не буду особо сильного видеть. Так, одну туда кинули. Погнали еще раз. Мы сделаем вот так вот. По-хитрожопому. Слушай, я не помню, тут часы эти стреляются. Ну да, можно, в принципе, и так, конечно, уничтожить. Так, где мой еще один заряд? Давайте раз, раз. Не понял, а это что не взорвалось? Извиняюсь, немножко подлагает. Сейчас должен вертолет, по сути, прилететь. Переходите к вашей точке эвакуации на ориентировке отель. Ну что, пацаны, погнали с вами? Чё я один нахуй пойду? Идем? Пулеметчики, автоматчики. А если я миссию не запорол? Бывает такой баг, если ты запорол миссию. Нет, видишь, пацаны с нами идут. Короче, если вертолет летит, значит мы миссию не запороли. Или летит тоже. Я просто помню, у меня тут есть такой баг, который ты как-то выполняешь, вроде все правильно. Но! Сука, миссия не выполняется. Потому что это как-то. Но вроде все правильно делаем. Так, граната в деле. Ну я, конечно, могу зарезать свой заряд. Ой, я вот тем пофигачу. Хорош! Слышь. А, вот, ну, черная вдова. Мыши. Давай, оп. Все, народ, мы вместе выполнили. Всем удачи, всем.